Девчоночки, всем привет-привет! Начинается новый влог, и начну я вот с такой обновки. Заказала я себе футболку через Инстаграм, в Инстаграм-магазинчике у девушки Светланы. Она художник, иллюстратор и переносит вот такие замечательные рисунки на футболки. У нее есть целая коллекция футболок под названием «Океан», и там такая красота. Мне, если честно, хочется скупить абсолютно все. Сама футболка хлопковая, очень приятная к телу, и у нее, знаете, такая оверсайз модель. Сидит она вот прям безупречно. Сейчас уже не в моде какие-то футболки в облипку, нужно наоборот что-то такое свободное. Очень удачная, я прям довольна своей покупкой, таскаю уже не снимая постоянно, и оставлю вам ссылочку тоже на Инстаграм, на этот Инстаграм-магазин, пройдете, посмотрите, ну там действительно очень красивые модели и цены вполне себе такие приятные. Сделала я свеженький маникюрчик, захотелось мне нюда, как-то устала я от яркости, и получился вот такой вот очень быстрый, простой вариант, но с небольшой изюминкой. С помощью вот такого тонирующего покрытия я сделала маникюр. Это Oxy Nail. Нашла я этот бренд на Wildberries. И стоят все эти средства очень бюджетно, очень доступно. При том, что качество у них классное. Смотрите, вот это тонирующее покрытие, оно работает как тональный крем для лица, только для ногтей. Скрывает все неровности, несовершенства. И ногтевая пластина выглядит очень такой ухоженной. Также я захватила несколько продуктов для создания маникюра в домашних условиях, потому что я это дело очень люблю, и кутикулу удаляю сама, и естественно у меня быстро заканчивается ремувер для кутикулы. Взяла я вот такой на пробу с фруктовыми ахакислотами, а мне понравился, он достаточно такой деликатный, бережный, но тем не менее удаляет все ненужное и не сушит зону вокруг ногтей. Для укрепления и для использования в качестве базы под декоративное покрытие я взяла вот такой укрепляющий комплекс. Он идет с кальцием, с аминокислотами. На него хорошо, кстати, наносится любой лак. И как самостоятельное покрытие его тоже можно использовать. Он дает хороший блеск. Конечно же, масло для защиты и питания. И это масло я наношу как на всю ногтевую пластину, если у меня нет лака на ногтях, и также на кутикулу для того, чтобы сделать ее мягкой, эластичной и чтобы маникюр в целом выглядел более ухоженно. Заинтересовало меня еще вот такое защитное покрытие Matte Touch. Оно, знаете, дает не наглухо такой матовый эффект, а такой легкий сатиновый эффект. Смотрится очень необычно, интересно, и под настроение я такую штуку использую. Оставлю вам ссылку, кому интересно, на Wildberries, где это можно заказать, и посмотрите по ценам, потому что все очень-очень доступно. Вы только посмотрите на эту красоту. Я получила украшение, которое заказывала через Instagram. Инстаграм-аккаунт называется «Запах дерева», и это украшение ручной работы настолько классные, настолько трендовые, настолько необычные. Кольцо вот такое достаточно массивное я выбрала, смотрится оно мега круто. Здесь регулируется, то есть абсолютно на любой пальчик подойдет. И несмотря на то, что оно такое объемное, массивное, оно абсолютно не ощущается на ручке, оно вот легкое. И вот такие серьги, мне понравился оттенок, скажите, классно смотрится. Сейчас летом это будет прям самое то. Застежки здесь, кстати, вот такие самые обычные, но хочу сказать, что держатся хорошо. И серьги тоже невесомые, они не оттягивают мочку уха и сидят прям, ну вот, идеально. Кстати, эти украшения были упакованы вот в такую коробочку. Вот вроде бы мелочь, но так приятно получать именно такие посылки. В общем, вот такие у меня обновки. Буду с удовольствием все это выгуливать, носить, сочетать с какими-то нарядами. И здесь у меня потрясающей красоты букет. Вот как мне нравится лето. Вот все, что нужно. И букет, и арбуз, и украшения красивые. Ну вот настроение просто на 5 с плюсом. Напишите в комментариях, как вам такие украшения. Ну, мне прям они очень-очень понравились. Я настолько довольна, что не передать словами.
И вот так кольцо выглядит на пальчике. Ну, восторг, правда же, девчонки? То есть, видите, оно довольно-таки объемное, очень массивное, но я такие модели вот в последнее время полюбила, и мне нравится. Я даже могу такие массивные кольца сочетать с какими-то другими, не менее массивными кольцами, просто на разные пальчики их надеваю, и смотрится это все очень интересно. У меня время вечернего ухода, и сегодня я использовала абсолютно новые продукты. Это российский производитель профессиональной косметики Гильтек Медика, и у них очень много именно препаратов для профессионального использования и также для домашнего. Конечно же, сперва я делала очищение, умывалась с помощью вот такого мусса с алоэ вера. Очень он, кстати, приятный оказался, он мягкий, нежный, бережный, но тем не менее неплохо очистил кожу. Естественно, макияж я удалила специальным средством, а уже вторым этапом использовала этот мусс. Не было чувства стянутости, сухости, и очень понравилось. Также я делала маску для лица. Маска вот такая энзимная, пектиновая. Здесь огромнейший объем. Я подозреваю, что мне ее хватит до конца года. Это как минимум. Маску я наносила на 15 минут. Она приятная, никакой негативной реакции у меня не вызвала, но вместе с тем поработала на славу. Я заметила, что у меня кожа стала более такой чистой, пропали какие-то несовершенства в виде черных точек на носу, они очень хорошо осветлились. И в целом, знаете, такой тон лица стал более ровный, кожа очень мягенькая. В общем, понравилось, и я думаю, что буду часто этой маской пользоваться, ну, как минимум 2-3 раза в неделю. После маски обязательно сыворотку нанесла, у меня интенсив омоложения. Сыворотка не оставила после себя липкости, такая она пластичная, приятная, и поверх нее хорошо лег мой ежедневный уход, да, вечерний, мой крем для лица. Классные продукты, я вот прям осталась в восторге и думаю, что обязательно попробую что-нибудь еще от этого производителя. Кстати, я всегда, когда делаю уход вечером, я зажигаю свечу. Тут я еще себе заказала крутую свечу с ароматом кофе, вот жду не дождусь, когда она придет. И мне такой ритуал помогает как-то расслабиться и привносить нотку, да, чего-то необычного в свой уход. Так что вот берите на заметку, у меня там самая обычная свечка из Fix Price, но скоро будет свечка другая, пока я ее жду. В общем, да, такой вот у меня был сегодня уход, ну, затем я нанесла крем для лица, как я уже сказала, и крем для век. Все эти продукты вы у меня уже видели, поэтому я не стала их показывать, а вот новиночки я отметила. Получила я сейчас посылочку, и если найду где-нибудь свободную лавочку, то мы обязательно с вами посмотрим, что там пришло. Я, кстати, сегодня не накрашена, но губы – это святое, несмотря на маску. Кто делает так же, ставьте лайк в комментариях, потому что я от помады отказаться все-таки не готова. Сегодня у нас погода такая классная, жарко, прям очень хорошо. Вот она посылка, заказала я тут средства для волос и кое-что еще для тела. Все очень хорошо упаковано, это, кстати, натуральная косметика. Я думаю, что в Instagram я сделаю уже подробные отзывы, а здесь просто покажу. Альгинатный шампунь для увеличения объема волос. Никогда у меня не было альгинатных именно шампуней, это Nano Organic. Удобно, что идет с дозатором. Также в пару к шампуню вот такой бальзам, увеличивающий объем, он тоже альгинатный. Не знаю, как мне зайдут эти средства, нет, но отзыв обязательно сделаю. И здесь у меня скраб для тела, он идет с экстрактом и с ароматом дыни. Очень, кстати, вкусно пахнет, и я вижу, что он такой прям маслянисто-маслянистый. В общем, все, посылочку я разобрала и буду уже выдвигаться в сторону дома, прогуляюсь, потому что сегодня прям, ну, что-то потрясающее на улице. Кстати, у нас обещают дожди в скором времени, поэтому нужно ловить момент. Большое спасибо вам за внимание, всех целую, всем пока-пока!